Всем привет, с вами Комаров Виталий. Итак, вот наш шаблон, который мы вычисляли. И вот я приготовил лист небольшой, как говорится, чтобы его разметить. Что нам для этого потребуется? Естественно, сам шаблон, который мы усердно рассчитывали. Вот такая вот чертилка. Здесь 6 мм, 5 мм, 10 мм. Вот такая чертилка. Ну, маркер так, может что-нибудь подрисовать. Линейка. Линейка у меня всячески множество. Их до хрена и больше. Профессия такая заставляет это. Молоток. Один 400 грамм, другой 500 грамм. Вот они отличаются. Выбирайте сами, чем колотить и чем долбить. Так, ну что ж. Короче, мне отвод нужен, чтобы было сантиметров, ну, 15 где-то так, от основания в качестве патрубка. Отмечаем эти 15 сантиметров с одной стороны и 15 сантиметров с другой стороны. Для видимости, для пущего эффекта отчеркнем. Видите, камера, вот она раздражает. Я черту плохо вижу. Это мы сейчас будем вот использовать шаблон в построении вот этой самой хрени. Так, чтобы удобнее было. Так, положим. Ну и начинаем чертить наш огребанный отвод. Первое звено идет у нас стакан. Как мы помним, здесь мы сделали припуск 8 миллиметров, так что это все будет как положено. И теперь нам надо, ну, примерно сколько тут. Вот он, шаблончик хорошо ложится. Это говорит о его качестве. Так, 245 делаем. Делаем засечечку нич. Ну, давай. Вот он у нас, чтобы он был так. А теперь мы его переворачиваем. Перевернули. Отчеркнули. Так. Вот это у нас стакан, это у нас уже пошло звено. Ну, у нас здесь получается 95 и 95 не здесь откуда. Я сделаю так. Мне как-то так удобнее, чтобы не вытанцовываться, не выплёсываться. Выйдет вот так. Вот второе звено. Опять 95. Где я черту поставил? Вот она. И тут у нас 95. Можно сделать, конечно, шаблон полностью рыбкой и хлоп-хлоп его, и все, как говорится. И вот мы опять переворачиваем шаблон. И черчиваем. Вот. И у нас получается один стакан, раз, два, три, три звена и еще один стакан. И теперь все это мы можем вырезать. Режу я уже не один год вот этими ножницами. Ребят, у меня есть всякие ножницы, половина из них у меня позаржавела, но, как говорится, классику есть классика. Почему-то я классику больше люблю. Так, поехали резать. Я надеюсь, всем все видно. Как это что размечается?
мы берем и начинаем уже кроить. Да, как у портных. Кроим. Кроим аккуратненько, не торопясь. Раз стакан. Этот вот будет прятаться во внутрь. Скрип какой приятный. Прям таки тащусь по такому скрипу. Так, звено одно. Еще одно звено. Ну, чтобы было проще резать, раз вот так вот под уголок засунул, чтобы можно было поднять. И режем. Кстати, при резке, когда режете металл, ножницы должны быть чуть-чуть наклонены. Чуть-чуть. Я буду время от времени ставить на паузу. Не хочу я монтировать, потому что каждый человек, который смотрит этот процесс, ему может быть интересно то, что я, например, не рассказывал. Вот посмотреть чисто физически, как это все выглядит. Так что монтировать я ничего не буду. Если получится все снять одним кадром, прям одним кадром, одним роликом, прям хорошо будет. Вот у нас чертилочка. Шов у нас здесь по 6 миллиметров. Сразу мы берем это все, это откладываем, мы метим, размечаем. Сейчас я чуть-чуть вот так. Во. Раз. Два. Буду показывать все, как это делается вручную. Инструменты вы видели какие. Так что я думаю, у вас проблем не должно возникать. Правильно я говорю? Надеюсь, что правильно. Колотить его довольно-таки долго, потому что только частей сколотить. Это пипец. И вот что он, этот шаблон, еще раз вот напоминаю. Что он из себя представляет? То есть вот держим так, и вот он просто переворачивается, и получается вот эта вот рыбка. Это получается звено. Так, теперь нам надо вот эти вот уголочки немножечко срезать. Они просто потом при вальцовке будут сильно мешать. Вот, ну что, у нас остается вальцевание. Вот мы вроде как переместились все, край уголка. Я не знаю, сейчас меня, может быть, похуже слышно будет. Да и слышать вам незачем. Начинаем. Сейчас я показываю в одном положении, то есть вы сейчас сверху видите, как этот фальц заготавливается.
другого ракурса, как говорят киношники. Это киянка называется. Так, видно? Видно. Так, я выставлю по черте и делаю эту штуку, так сказать, заготавливаю фальц. Штукенция. Едите ее мать. Под камерой, конечно, неудобно. Замахиваешься. Но это не страшно. Вот, это вторая сторона. Помещается, когда помещается. Ребят, я снимаю на телефон. Видно, мы его и в вторую сторону. Так, и часто ошибка бывает, кто впервые это делает, вот смотрите, видишь, швы завернуты в одну сторону. Поверьте мне, многие из вас, кто их будет делать в первый раз, завернут это все в одну сторону. Так, ну что ж, согнули мы все эти чудеса. Надеюсь, вам достаточно было посмотреть. Теперь нам нужна труба. У меня в данном случае труба 76, что вполне хватает для того, чтобы сбить вот такие чудеса. Берем и сбиваем. Сначала сворачиваем, берем, прижимаем и... Если надо, поправляем. Вот получается звено. А вот стакан. Если мы хотим, чтобы стакан был шов ко шву, нам для этого нужно немножко постараться. Берем первый стакан. Сгибаем. Также мы его забиваем.
Вот получается стакан. А вот второе, стакан, нам нужно свернуть, чтобы шейка, тьфу ты, затылок шел к затылку. Вот здесь вот затылок, самая высокая часть. И здесь самая высокая часть, это затылок. Нужно к затылку. И вот мы видим, вот затылок. Затылок к затылку, и вот так вот нам надо его сворачивать. Тогда у нас будет шов ко шву. И опять сбиваем все. Управляем. Ну и вот. Со временем руки чувствуют, где ровно, где неровно. Вот здесь, например, бугорок есть небольшой. Но это, как говорится, не страшно. Так, сбиваем остальные звенья. Звенья можно сбивать как угодно, потому что они перевертыши. Его хочешь так, хочешь так. То есть хочешь так, хочешь так. То есть шов здесь, шов здесь. Куда хочешь, туда шов поставишь. Так. Вот такие швы должны получиться примерно. Вот так вот он должен выглядеть. Последнее звено. Деньги, стаканы. А где 100 граммы? Как один сказал, у вас у жестянщиков все звенья до стаканы и никаких 100 граммы. Так что так вот. Так, ставлю на паузу. Так, ну вот. Вот у нас получилась большая такая куча всего. Вот. Так, теперь мы размечаем поперечный шов. С этой стороны я буду делать 10 миллиметров, это будет заканчиваться с 5 миллиметрами. Ну, для вас сделаем все по порядку. Так. Так, 10 миллиметров. Вот мы отчертили 10 миллиметров. Теперь берем звено, ставим его, если вам надо, шов ко шву. И значит 10 миллиметров здесь, 5 миллиметров тут. 10 миллиметров с этой стороны. И 5 миллиметров здесь. Вот, то есть маленький шов идет в большой, вовнутрь. Следующее звено берем, то же самое. Хлоп его сюда, шов здесь, значит большая отбортовка здесь будет. С этой стороны будет 5.
5 миллиметров. Когда мечу 5 сделал. О, а я здесь 6 захерачил. Надо убавить. Так. Опять шов кашлук. Шов тут. Делаем здесь 10 миллиметров. Здесь 5 миллиметров. Я перекидываюсь на 6. Маленький шов, большой. Скажете, не понял, а я чу. Ну и на этой у нас она заканчивается 5 миллиметрами. Ну что, следующий процесс у нас отбортовка. Ставлю на паузу. Так. Делаем большую отбортовку. Вот это то, что нужно будет растягивать, то, что нужно будет отгинать сюда, это называется отбортовка. И в большую вставляется маленькая отбортовка. Если делать наоборот, начинать бортовать с маленькой и на нее одевать большую, одно звено сбили, уже следующие звенья будет соединять проблематично только что. Так что надо начинать с большой на маленькую. Так, что ж, начали делать отбортовку. Вот я взял стакан с большой отбортовкой. И его начинаем отбортовывать. Сначала делаем наклон маленький. Вот первый проход он получается такой. Теперь что, увеличиваем угол наклона, чтобы можно было делать отбортовку. Первый удар у нас приходились примерно так. Здесь мы меняем угол удара, чтобы не пробить металл. И делаем еще раз. Если вы пройдете это за 3-4 раза, это нормально. В отличие от меня, вам штативы всякие мешать не будут подороже. Так, ну вот, грубо говоря, это у меня второй проход. Теперь можно закончить это все, ну, почти третьим проходом.
Вот он, третий проход. Теперь мы проходим пяточкой. Вот эта пяточка молотка, это носок. Проходим пяточкой, выравниваем. Если у нас немножко нарушена окружность, ее можно подровнять. То есть вот здесь вот более прямая часть. Мы ее подровняем вот так вот к уголку. Раз. У вас это будет первый раз выглядеть ого-го как. Так что... Так, кто-то мне звонит. Так, ну вот мне позвонили, как говорится, поговорил. Ну вот мы более-менее так подровняли, можно еще. Когда подравниваем, видим, что в некоторых местах отбортовочка раз встает на место. Ее нужно опять подтянуть, растянуть чуть-чуть. Так, прибежали. Можно. Делаем отбортовку на звене. Сначала делаем маленькую отбортовку, а потом уже большую. Так, где я тут должен быть? Вот тут. Вот так вот. Да-да, ребятки, если вам вы захотите сделать такой отвод из нескольких частей, вот вам столько долбежки будет. Так, если кто-то будет говорить про ЗИГ-машинку, ЗИГ-машина у меня есть. Я просто показываю людям, как это делать вручную. Так, ну вот сейчас большую отбортовку. И, наверное, все остальное я уже сделаю без камеры. Отбортовки, вернее. Камеры. Я постоянно смотрю, в кадре или не в кадре. Второй раз проходим. Рука устает, конечно, махать так легко. Можно. Ну, вот так вот должна выглядеть отбортовка. Но это еще не до конца. Мы еще ко всему этому вернемся на трубе.
Раз, два, три, четыре, пять. Пять частей. Так, ну что ж, если вы посчитали, ну что, это все, то нам надо еще одно действие сделать. Если вы обратили внимание, то вот здесь вот, как бы не в одной плоскости фальцевые обвертки. Их нужно догнать. Как-то это должно быть вот так. И здесь то же самое нам надо сделать. А на затылке я довожу прям до 90 градусов. У меня, потому что на этой оправке с другой стороны есть специальная прорезь для заготовки фальцевого соединения. Все это делать можно также и на трубе. Так, ну и маленький шов. Так, все. Делаем и с остальными. То есть должна получиться вот такая конструкция. Бом. Так, ну что ж, бортовка у меня подготовлена. Теперь что? А надо загнуть здесь еще бортовку. Двойной фальц, который. Так что сейчас я эту оправку переворачиваю. И вот она, вот это вот у меня, как говорится, ну свой род как приспособление. Вот здесь небольшой вырез. И когда я кладу сюда, то есть я могу доделать отбортовку. Так, смотрим, как это делается. Это все можно сделать на простой трубе. К трубе, например, болт прикрутить и шляпка. Болта будет как ограничением. Или же просто на весу держать. Ну, геморно, да. Но что вы хотели? В кадр лезем. Как видите, отбортовка ползет, и хрен себе ползет. То есть не отбортовка, а рельс. Вот где-то я видео видел, что такую штуку где-то делали пассатижами. Так что, ну, ребят, хотите, как говорится, вы е пассатижами. Кто вам запрещает? Так, немножко. Замок приготовим. Это мы со стороны шейки как бы делаем зацеп для последующего звена. Это будет выглядеть как-то вот так. Так, ну что ж, разведник заготавливаем. Смотри, лайк, подписка. Посмотрим.
бортовочкам. Надо как-то с другого ракурса показать. Так, вот как выглядит это с другой стороны. Главное дело в телефон не ударить. Так, сейчас я всех камеров позже менял. Так, что-то вокруг. Телефон я обнялся, блядь, штативом. Ну что ж, ребят, я вам показал, наверное, больше, чем детально. Начинаю все это соединять в одну штуку. Так, ну что ж, погнали соединять. Берем любое звено и патрубок со стаканом, который с большой отбортовкой, и маленькую отбортовку втыкаем в большую. Получается вот такое безобразие. Смотрим, чтобы шовчик шел. И сейчас смотрим сверху, как это все выглядит. У кого пузи есть, хорошо, поможет. Не помогает. Так, теперь же вот эту вот можно завалить. Так, уголок у нас где? Не вижу уголок. Во! Безобразие. Тут нам уже нужна правочка. Сейчас поставим правочку. Так, ну вот мы перешли на правочку. Одеваем. Так, видно, нет? Видно. И начинаем заваливать. Стоп. Продолжаем, вернее, заваливать. Да, мы прошли здесь. И вот теперь можно завалить сюда.
Ну вот, одно звено приклеплено. Приклеплено. Да, приклеплено. Вот так вот оно получается. Делаем то же самое со следующим. Если бы вы делали сейчас вот так, то есть вы сюда бы завалить могли, а здесь уже следующее звено, вы бы уже бы не могли бы сделать. Так. Ну что, мне остается показать только готовый отвод вам. Так. Из другого ракурса решил показать. И заправочкой. Вот уже что-то начинает у нас нарисовываться. С каждым звеном все веселее и веселее будет. Тихо. Нет, не вываливаться. Thank you.
высовывается, нет? И вот он чуть-чуть остренький получается. Этот водик. Уа! Ручное дело долговато, да. Тихо ты его ловите. Неудобно. Так что, ребят, вот такая вот у нас была формула, как дед говорил. Вот такой вот получился шаблон. И с помощью вот этого шаблона сделана вот такая вот хрень. Все. Ребят, мне дико очень хочется почитать комментарии от тех людей, которые собрали такую штуку по моему видео. Все, спасибо, с вас подписка. Лайки ставьте, потому что я этот гребаный отвод, как его собирать, снимал 2 дня. Так мне его сделал 1 час. Не отходя от кассы, как говорится. Все, спасибо. До новых встреч, до новых видео. До свидания. Подписка.